Ну что ж, дорогие друзья, мы снова в студии. С вами Михаил Спейсмалышев и Андрей Бульбазавр Солохов. Привет всем, кто только к нам присоединился. У нас финалы корейской лиги LCK. Финалы между Rocks Tigers и KT Rollstar, то, чего мы так долго ждали. Финал без искателей ком. Каждую игру мы будем это повторять. СКТ не прошли финалы. Финала KT против Rocks. Ну, СКТ были близки к тому, чтобы пройти в финал. Буквально чуть-чуть им не хватило, чтобы, ну, 3-2 все-таки против KT, который сейчас, кстати, уже 1-1 играет против Rocks Tigers, который топ-1 сезона. Посмотрим, может, KT выиграют этот гранд-финал. По сути, то Rocks Tigers не особо нужно побеждать здесь. Они уже и так едут на чемпионат мира по очкам, поэтому для них это, скажем так, символический гранд-финал. Ну, не сказать, что символический, потому что все-таки финал. Ну, вам нужно выигрывать. Хотя у них морально настроено на то, что они должны победить, иначе фанаты просто перестанут верить в Rocks. Вы играете на чемпионате мира, у вас все классно. Почему вы не можете забрать финал LCK? Что у вас все время не то с сезонами? Почему в регулярном сплите у вас топ-1 регулярный? Вы все время топ-3 команда, но вы не можете забрать финал LCK даже тогда, когда СКТ не попали. Это действительно очень обидно, бьет по морали, поэтому Роксам нужно забирать карты против KT, иначе они сами перестанут в себя верить. Ну и что ж, дорогие друзья, у нас третья карта между Rocks Tigers и KT, теперь тигры на синей стороне. И посмотрим, что у нас будет происходить в драфт-стадии. Но пока что особо ничего не меняется, команды снова банят то же самое, что они банили в прошлых играх. Гнар, Aurelion, Soul со стороны Rocks Tigers и, скорее всего, будет Нидали, да, Нидали Вару со стороны KT. Кто угадал? Ванга. Профессионал. Ванга. Сразу видно киберспортсмена. Эх, по банам мы пока никуда не спешим. Тигры могут еще подумать над последним. Что же это будет, Бульба? Сложно сказать, то есть есть много вариантов. Ганпанк. А, ну, Джин, да. Хоть и Прей сыграл неплохо на Джине, даже сказал бы хорошо, но просто не хотят отдавать этого Джина Эрлу. Потому что Эрос играет еще лучше. Но First Pick будут неужели забирать Гангпанга? Нет, все-таки Рексай. Я согласен с этим решением куда больше, потому что топ-лейнеров куда больше. А вот Рексай ценится очень сильно. Ну, кстати, Грагас был open, поэтому, в принципе, First Pick от Рексай не было нужды. Рексай, ой, Грагас может пойти для скоро очень легко, а вот Рексай очень важна для пина. Возможно. Посмотрим, что дальше у нас будет посетить вопрос. Теперь уже Джина нет. Нужно выбирать другого стрелка. Скорее всего, мы снова увидим Эзриал. Эш. Это было бы, с одной стороны, интересно, с другой стороны, не. Ну, возможно, уже команды возьмут Северку, как вариант. Не. Ну, ладно. Мы Захара, вот, кстати, могут взять для Коры, потому что вот регулярный стадион он отыграл на этом чемпионе. KT уже забрали Владимира, забрали Гангпанк. Все, пока у KT очень классно, сам Дэй на ГП, а не на Эко. И вот на ГП он играет достаточно неплохо. Да, довольно-таки неплохая связка уже у команды KT, учитывая то, что и Владимир, и Гангпанк хорошо скелятся в лейт-гейм, и, в принципе, проблем у них не должно быть. Посмотрим, что, чем ответит команда Rocks Tigers. Неужели это будет Алистар? Я бы сомневался на их месте, но потенциально это может... Да, это так и происходит. И все-таки мой Захар. Кстати, связка контроля у Rocks Tigers очень хорошая. Да, все очень неплохо. То есть там подкидывание Рексай, стан от... подкидывание от Алистара. Эш, мне кажется, можно уже сюда сразу вписать, потому что Тигр вряд ли отпустит этого чемпиона. Ну, как вариант... Но там очень неприятная связка. Из... Если возьмут еще там Тарика и Трандов, все очень плохо будет для Эш, потому что ей будет трудно найти себя в драках. Вообще, кстати, могут сейчас оформить какую-нибудь связку с Тариком, и это было бы очень классно. Правда, Хачани на Тарике он играет хорошо, но не так классно, как он это может делать на Алистаре или на Брауне в своем крон. Ну и для Скор, неужели это будет Элис, а не Грагас? Изменение традиции? Ну... Возможно, просто она лучше заходит для командных, ну, командной связки KT, поэтому они ее и взяли. А Тарик... Тарик, кстати, не часто, если я ошибаюсь, пикается в Корее, да и вообще. Только в СНГ его очень часто берут. В Корее, кстати, наоборот. Тарика начали брать, а потом начали брать его по всему миру, потому что Тарик стал очень классным, очень актуальным. Почему-то в Корее вот начали его активно пикать, причем в связке с Джином, в связке с Твичом мы видели его.
связки с Тристана, кстати, Тарик неплохо заходит. Пару раз вроде и Тигры на нем играли. Но это... А. Тристана была в весеннем сплите, точно. Тарика с Тристаном мы видели в других регионах, но не суть. Неужели Тигры все-таки возьмут Сивир? Она бы зашла сюда очень хорошо, но для проекта РТЭш и потенциально это может быть именно этот стрелок. Ну и наконец-то мы, возможно, увидим Рамбла для Смеба. Вполне возможно, но я думаю, Эко было бы получше все-таки. Ну это Корона, кстати, Рамбл для Смеба. Он да. на нем очень много отыграл, поэтому выжигаем, ребята. Выжигаем, уравниваем. Гарпуни. Да, и скорее всего это будет... О, кстати, как вариант Кагмав для команды KT. Ну, под Тариком Кагмава было бы приятно увидеть, но я сомневаюсь, что KT рискнут брать против Роксов Кагмава, потому что они явно знают, как играть против этого чемпиона. Хотя Эро вроде, если мне не изменяет память, в регулярном сезоне за него отыграл, но против Роксов он не заходит. Поэтому пикает зря. Но пока еще не пикает, пока еще думает. Ну, хорошо, давай дадим 18 секунд на то, чтобы они выбрали из Реала, и мы бы уже передвигались сразу к игре, потому что не терпится абсолютно узнать, кто станет фаворитом, кто станет чемпионом. Пока игра идет очень ровно, первая игра от Тигров уверенная, вторая игра от KT уверенная. И ты не понимаешь, почему команды выигрывают, ты не понимаешь, почему такое происходит, почему вообще гранд-финал выглядит таким насыщенным. И за счет чего то одна команда начинает доминировать, то другая. Почему они не могут просто взять, провести всю серию вот прям каточком таким аккуратненько? Потому что это Корея, самый сильный регион. Команды достойны друг друга. Достойны этого гранд-финала. Да. Сколько они к нему стремились, сколько они ждали гранд-финала Кореи? Без СКТ. Все ждали. Кроме фанатов СК Телеком. Очень обидно, конечно, за них получилось. Но СКТ все время так. То есть у них что? У них бывают какие-то определенные провалы, небольшие временные рамки, где они позволяют себе просесть по скиллу, но потом через релегейшн они выходят на чемпионат мира, либо все-таки это проклятие нечетного года. Ой, четного года для команды SK Telecom. Возможно, гадалки правы. А возможно, SKT пройдут через отборы, приедут на чемпионат мира, снова всех выиграют. Трехкратные чемпионы. Но это было бы слишком очень. Ну, нам снова показывают ростеры команд. В джангле у нас Пинет против Скора, Рексай против Элис. Мы уже видели этот матчап. Переходим к следующему. Мид. Рокс Тайгерс Кура против Китти Ролстер Флая. Мы уже видели, как на механике Наталии оба игрока чувствуют себя превосходно. И у нас будет в этот раз матчап Мой Захар против Владимира. На что было бы интересно посмотреть. Потому что этот матчап явно неоднозначен. Следующий у нас. Так, Damage Carry. Рокс Тайгерс Прей против Китти Ролстер Эро. Буквально две легенды корейской про-сцены. Ты смотри, как они похожи. Это корейцы. Если так посмотреть, то их отчаяние с Гориллой очень похоже. Ну, знаешь, как два брата-близнеца стоят напротив друг друга. Вот зеркало прям посередине. Ну, все-таки АДшники намного более похожи, нежели саппорты у команд. Они оба такие же легендарные. В этом они явно похожи. Возможно. Ну и самое классное, что, наверное, есть в Корее, это вот тизерочки, тизер-ролики, которые демонстрируют всю мощь. Ну и финал. Ради финала можно уж и постараться и сделать очень классный ролик, как это сделали в Корее. Ну что ж, дамы и господа, третья игра гранд-финала корейского LCK. 1-1. Посмотрим, кто же в этой игре окажется сильнее. Я, кстати, люблю Корею, когда у них там на заднем фоне кричат фанатки. Ей! Ты всегда любишь фанаток. Кто это скрывал вообще, Бульба? Никто. Вот именно, даже фанатки это не скрывают. На финалах подходят, фотографируются и говорят «Бульбазавр». Это классно. Ну и стандартные шуточки. «Бульбазавр, я покемон поймал». Когда ты эволюционируешь. Люблю эти шутки. Они всегда очень качественные. Такие новые. Да. Ну и снова нам показывают ключевые мастерис. Ну и все стандартно, все ожидаемо. Правда, у Тарика приказ повелителя грома, но мы уже обсуждали то, что в Корее, особенно Качане, любят играть через Thunderlord. Да и вообще принято то, что во время ранней стадии игры Thunderlord куда полезнее, нежели чем другие мастерис. Хотя некоторые берут и хватку нежити, чувствуют себя превосходно. Да, мне кажется, Качане будет использовать его по назначению, этот Thunderlord. Если честно, я немного не знаю пока что этого назначения.
Не, ну, кстати, до сих пор, вот я уже говорил про это, но если зайти на OpGG и посмотреть, какими мастерии сыграют, какими рунами играют в Корее, там практически ничего не меняется. Можно смело брать на любого чемпиона абсолютно Thunderlord. Там даже Ezreal через Thunderlord сейчас играется активно. Вообще, на линии полюбили очень Thunderlord. Приказ Повелителя Грома, в общем говоря, потому что произносить Thunderlord мне достаточно проблематично, язык можно заплестись. Урон у него куда больше, нежели чем от пыла битвы. А сустейн не всегда дает то количество, которое ты от него ожидаешь. Порой в трейдах действительно Thunderlord окажется сильнее. Но посмотрим, что у нас будет здесь. Пока Рамбл запушил Гангпланга, ГП будет принимать фарм под вышкой, он так же, как и Хачани Сэру. Кстати, интересно, там на первом закупе кто-то из команды KT купил уже пинг-вард и поставил его в их лесу. Давай подумаем, кто это мог сделать. И судя... Если честно, я даже понятия не имею. А где пинг-вард ты увидел? А, сзади флая, вон. В кустиках. Ага, вот оно что. Ну, возможно, Хачани не пожмотился. Я не вижу количество его печенек. Возможно, кстати, это и так. Кстати, да, возможно, это был Хачани, потому что у него одна печенька. Очень сложно разглядеть, сколько печенек осталось у Хачани. Знаешь, как детские загадки в школе? Сколько печенек осталось у Хачани? Окей. Почему, собственно, не посчитать печеньки Хачани, когда идет 4-я минута игры, и абсолютно ничего не меняется на карте? Ну, потому что это его печеньки. То есть мы не можем посчитать чужие печеньки. Ну, это некрасиво с нашей стороны, как бы считать другие печеньки. Чужие, прошу прощения. То есть продавщица, которая продает печеньки, поступает некультурно, их считая. Да. Эх, какие некультурные сейчас продавщицы пошли. А когда ты вообще видел продавщицу, которая считает печеньки? Ну не поштучно. В смысле? Не, ну знаешь, дайте мне, пожалуйста, килограмм печенек. И она будет выбирать одна печенька, две печеньки, три печеньки. Не по чуть-чуть, а по килограммам же. Не, ну знаешь, когда вот килограмм, вот некоторые продавщицы, они берут и половину печеньки просто отламывают и обратно отбрасывают, чтобы вот ровненько килограмм был. Ну, походу, плохие тебе продавщицы попадались. Ну ладно, Гангпланк у нас по фарму проседает, пинет, хотел зайти на верхнюю линию, но там и Элис сейчас может... подстрять. Скор поджидает момента, видит, что на големах скоро нет. Пинет, прекрасно понимает, где примерно может находиться Элис. Было два варианта. Либо она забрала Астраклюв и пошла на големов, либо она стоит рядом с големом. Что, скорее всего, было очевиднее, учитывая то, что сам Дэй двинулся в сторону Пинета, значит, он знал, где он находится. А вот сейчас Флай ловит Пинета на агрессии, которую команда Тайгерс просчитала. Какие хитросплетения. Да. А все потому, что у Хачани одна печенька. Это потому, что это Корея. Ну и одна печенька, и все-таки пинг-вард был потрачен. Потрачен. Unlucky. Ну теперь Скор будет еще чистить варды. Ничего сверхъестественного пока не происходит. Вот мой Захар уже купил себе два Доран Ринга. Кстати, довольно неприятный матчап на ботлейне, потому что Изреалю хоть и... Он неплохо стоит под вышкой, добивая крипов, то есть у него всегда есть пушка, которая может, с которой он, ну, может неплохо их добивать, но тем не менее, когда его Севир запушивает по КД, это не самое приятное чувство. Да, вообще, по-моему, Севир на ранней стадии игры очень много запушивает оппонентов, и сложно, что ей противопоставить. Это да. Сам Дэй дожигает смеп, и на этом чемпионе он явно себя чувствует очень хорошо. Сам Дэй сейчас, скорее всего, бэкнется, да. Вернется с телепорта на линию. Ну, потенциально у него уже должно быть сияние. Ну... Ой-ой-ой. Сразу должно быть сияние. Раз Руби Кристалл, два Руби Кристалл, еще и длинный меч на закупочку. Это знаешь, как раньше было? На танка топ-лейнера всегда собирали там 3-4 Руби Кристалла. Все равно все понимали, что один пойдет там, допустим, на Рандуин, другой пойдет там в Визаж, третий еще куда-то. Ой-ой-ой, пушечный обстрел пошел. Гангпланга, Пинат может потерять активно свое здоровье. Подключается еще и Хачани. Стан проходит по Горилле. И скоро все равно обезопасила команда KT. Безопаснее на 100%. Это, знаешь, это реклама с телевизора. Как страховая компания какая-то. Безопаснее на 100%. Ну, Хачани действительно помог своему союзнику, а вот сам Дэй уже потратил ультимейт.
Хотя инициация Атраксовов была интереснее, но вот слишком много они агрессивничают, мне кажется, в этой серии. Вот сейчас это снова могло против них опасно развернуться. Но, опять же, что получилось качественно, то что Prey вышел в тот момент, когда вышка была запушена, и Arrow потерял часть фарм. Unlucky. Стоит еще заметить количество вардов, которые ставит Rocks Tigers на карте. Да, это что-то много. Не, я бы сказал, их что-то мало. Команда Китти стоит намного больше, у них очень много вижена, особенно на реке. Там видишь, один вардик сзади дракона стоит. И один вард как раз в трибушном. Ну да, в своем лесу варды очень полезны иногда. Бывает, но когда ты играешь по вражескому лесу, мне кажется, варды нужно ставить именно там. Мне кажется, когда ты играешь во вражеском лесу, тебе варды не нужны. Потому что уже во вражеском лесу. Нет, ну... Ой, ой-ой-ой, неужели уравнитель не попадает от Смеба? Самдей все равно дожгут, пинут его, подбрасывает. Самдей отфлешится, сможет ли задуэлить Смеба? Смеб умирает от вышки. Первая кровь достается Гангплангу. И Китти открывает счет на третьей карте. Самдей все еще жив, скоро подходит, но гнев королевы все-таки убивает. Эх, а этот пират был так близок. Я когда сказал гнев королевы, подумал сразу, что все, время монархии. Самдей смог переиграть Смеба и Пината. Не особо хороший уравнитель был вот Смеб. Он думал, Ганпанк будет убегать, но он как настоящий пацан дрался до последнего. Сказал, вы меня хотите взять, я возьму вас первыми. И Смеба не самый лучший математик. Уравнивать он не умеет, а вот ультимейт от Эро был классный. Эро почти забрал синий баф. А там ноувижн же был, нет? Да, там был ноувижн. Но Фрей очень часто я заметил, что делается, это когда мидер уходит, скажем так, за синим бафом, туда инстантно летит ульта из реля. Неважно, добьешь, не добьешь, главное ее пустить. Иногда это работает. Чаще всего нет, но иногда. Есть ульта в ультуй. Ну, примерно так и работает. Я так играть учился. Мне когда объясняли базовую механику, мне говорили, есть ульта в ультуй. Ну да. Ну, в принципе, Эро ульта это не особо нужна на линии, он спокойно себя чувствует без нее. Драться они 2 на 2 не хотят, поэтому почему бы и нет? А вдруг застилил бы? Знаешь, вот я вспомнил еще одну рекламу. Ну а что? А вдруг? Что это за реклама? Секретная. К сожалению, мы не можем рассказывать и рекламные ходы в телевизоре. Но я думаю, люди, которые смотрели футбол, очень много сталкивались с этой рекламой, потому что ее регулярно крутили. Окей. Я футбол не смотрю, поэтому... Ну что ж, Элис у нас находится на нижней части карты. Сейчас будет забирать речного краба. Как гласит кодекс лесников, всегда забери краба, а потом уже иди гангой. А вот Флай принимает большое количество урона у жучков, и справиться с ними крайне проблематично. Причем они такие мохнатые, пушистенькие, как злые поры. Ну, знаешь, на каждого героя есть антигерой. Оу, Пинут ловит кокон, стан от Тарика, и все-таки Горилла реинициирует. Получается, что Пинут может уйти, Флай использует свой ультимейт, добьет ли Пината? Нет, не добивает, уходит сам. И это главное, скоро все-таки догоняет Пината и забирает Рексай. Стан от Тарика не проходит, скоро проблема, нужно уфлешиться, он делает это через стену. За Флайем бегут жучки, Эро подключается к драке, скоро уйдет или нет, что может произойти? Вторая вышка его ударила, его преследуют три игрока команды Рокс, что? Скоро, ребята, беги. Скоро? Использует смайтес на то, чтобы знать, где находится Китти. Неужели они пошли в другую сторону? Они не угадали. Скор умирает от вышки. Скор, который смог. Эх. Очень неудачная драка для команды Rocks Tigers. Они были близки к тому, чтобы убить всех, но так никого и не убили. Классическая драка Роксов в предыдущей игре. Они были близки к тому, чтобы кого-то добить, но вот чуть-чуть не хватало, чтобы добить Эро. Пошел вперед, Prey ловит урон. Все неплохо. Есть уже сияние, есть капли, поэтому Эро себя будет чувствовать классно. Учитывая то, что Тарик на саппорте, это дополнительное исцеление, дополнительный хил плюс неуязвимость. Да, сейчас, кстати, очень много саммонеров потратили в прошлой драке, особенно на средней линии, поэтому и Флай, и Уро могут быть целями следующих убийств. Эх, как чётенько. Кстати, Флай, знаешь, он так стоит, окей, в меня влетели две ульты, а я такой, ладно, я же Владимир. Как он выжил здесь вообще? Я не знаю. Владимир.
Тут и Скор еще выжил, и Влай выжил. Роксы просто потерялись. Им нужно было бежать за Владимиром, а не за Элис. Элис, там не так много вариантов было. Был шанс, то, что она от вышки догорит, если получит еще дополнительный тауэрхит. Можно было бы преследовать Владимира, и там 100% одно убийство, да или два даже Роксы могли получить. Оу, Пинат получает стан. Бочечка будет ли скомбинирован? Не получается, но кокон Скор выдает. Пинат отфлешит с уравнителя от Рамбла. Сам аргумент. Килл. Бац. Четенько. Аргументный аргумент. Смеп. Зажигает еще сам Дэй, но может получить стан от Тарика. Слава он на развороте. Но, к сожалению, это не работает, как ультимейт для Сапье вокруг Куна. Куры. Крутится буря. Вокруг Куна? Кто-то пересмотрел? Я не знаю, о чем ты. Роксы начинают давить верхнюю вышку. Т1. В принципе, все может получиться аккуратно. Им нужно что-то делать, они должны немного выходить из этой ситуации, потому что понемногу KT просто переигрывают их каких-то скирмишах, там 2 на 2, 3 на 3, там даже по драке 5 на 5, они все равно смогли переиграть их. И... Ой-ой-ой, Флай поймали, потусторонняя хватка, подбрасывание, Флай не успевает даже получить отхиливание от ультимейта, и Роксы поймали, Флай опущен обстрел на то, чтобы отпустить миньонов и не подпустить Рокс к вышке, пока вышечки не падают. Размен 0 в 0, и первую кровь пока никто не получил. Кстати, интересно, интересные действия от команд. Они просто свапнули свои ботлайны наверх, а топлайнеры пошли на низ. Почему-то. Ну, обычно так делают, когда вы вышку запушили на нижней линии, а вот сейчас свап неожиданно. Хотя мы видели уже такое, там в вышке очень мало здоровья. Если Prey сейчас будет запушивать вместе с Алистаром, они могут забрать первыми вышку и получить первую кровь дополнительное золото, что очень важно. Поэтому и отправили. Грамотно ответили. Теперь еще стан получает Prey, но продолжить не могут. Идет фокус по Хачене. Хачене все меньше и меньше здоровья. Тут не использует космическое сияние. Не хочет разворачивать команды KT. Никаких драк. А вот вышка все проседает. Проседает. Да, скорее всего, Рокс при следующем боеве заберут эту вышку уже. И если не будет какой-то драки от команды KT, если они не попытаются ее задефить, а вдвоем они ее задефить никак не смогут, поэтому сюда идет Скор, но сюда же идет и Пинат, и, скорее всего, это будет драка 3 на 3, а, возможно, даже 4 на 3, да. Еще и у Куры есть ГОСТ, чтобы быстро прибежать. Ну, кстати, Куры очень грамотно встал в кусты, чтобы не знал Владимир, пошел ли он на верхней линии, или же он сейчас будет фармить, потому что по фарму проседать ни в коем случае сейчас медлайнер нельзя. ГП, кстати, первым итом собрал накидку Призрака. А уже потом начал собирать дополнительный Trinity Force. Ну, очень больно выжигает Рамбл, и если он подставляется, то он очень быстро умирает, этот ганкпанк. Неужели сейчас будет дайв по Эру и Скору? Вышка вот-вот может упасть. Подбрасывание от Алистара по Скору. Потусторонняя хватка от Куру. Как далеко работает ультимейт Мальзахара. Репейл от Элис. Приходит СМЕП в драку. Начинает зажигать Скору. Под изнурением находится Эру. Выпрыгивает с помощью своего скачка. Но Элис уже потеряли. Уравнитель был в этот раз очень качественным. Кстати, сам Дэй не было ни ульты, ни... А, кстати, телепорт он, скорее всего, отменил. Да, он отменил телепорт, потому что... Он бы там тоже умер. И Рокс Тайгерс разменивается себе в плюс, забирает вышку первую, забирает убийство и... Опа! Рокс это впереди. Опа, еще и вышечку отдефали от Гангпанка. Да. Это один-то не отпустили, а на верхней линии потеряли и получили первую кровь именно Тигр. Но вот Жуки — это самое противное, что, наверное, есть у Мальзахара. Да, Мальзахар вообще не особо приятный персонаж. У него все его обилки довольно-таки противные. Даже Владимиру, который отхиливается там 24 на 7, не особо приятно стоять против Мальзахара. Эх, к сожалению, у Флая регулярно наступают 7-часовые будни. И хил он не особо получает против Кура. То есть не успевает прокнуть ультимейт, но его уже успевают забрать. По крайней мере, один раз такое точно было, второй раз он чудом каким-то избежал файта. Но по билдам очень интересно, что собирает сейчас Рамбл. Купил слишком большой жезл с первого бэка, а потом он купил себе еще и маску. Но только уже со второго. Вот это интересно. Ну, интересно, что Рамбл не идет через прото-ремень. Ну вот это частично, да. То есть, если не ошибаюсь, это... Поэтому только и Рамбл, по сути, вернулся в пике. Потому что прото-ремень очень хорошо на него заходит. И его очень часто, даже всегда рашат. А тут маска по стариночке. Да,
Да даже Элис через порт-ремень раньше качали, сейчас почему-то начали собирать именно танковые сборки. Сколько секретов у корейцев от нас? Ну вообще, кстати, рамбл по-разному собирает. Кто-то собирает его через порт-ремень, кто-то первым рашит маску, кто-то первым рашит именно релай. Но вот сейчас вот такая комбинация слишком большой жезл, то есть у тебя есть АП, у тебя есть пенетра с небольшим хп-полом, то есть на рамбле сейчас это сидит очень классно. Вот. Ну, а Элис перестал качаться прот-ремень, хотя... Потому что нужен фронтлейн, нужны танкосборки, учитывая то, что Рексай сейчас в мете активно находится вместе с Грагасом, их ты просто не раздамажишь. Урона скоро будет недостаточно, лучше вот потанковать немного. Ну, учитывая то, что у них есть Тарик в команде, и его ульта всегда может засейвить кого-то, я думаю, резонно будет идти именно в урон. Хотя у них ганпанки, Владимир и Зриэль, урона у них достаточно. Экскор не попадает кокону по пинту, но пинт не смог зайти успешно во вражеский лес. Unlucky. Да, и сейчас вся команда Рокстагерс передвигается на нижнюю линию, пытается забрать эту Т1. Причем очередную уже Т1, и команде Кити нужно отвечать. Можно поймать пината, но лучше выдать фокус по-другому чемпиону. Там еще был рядом Кура, и Смеб сверху подходит. Так противно сейчас для команды Кити. Но супергалактический рамбл спасает мегагалактик. Да, он пришел запушить. А пока на нижней линии забирается вышка. Уже две вышки в пользу Рокстайгерс. А это, я напомню, на две вышки больше, нежели у них было в прошлой игре. Уже хорошо. Неплохо. Но, кстати, учитывая то, что рамбл сейчас пришел и отпушил мидлейн, это действительно классно. Так супергалактически поступают многие в Солоку. Приходят на линию, запушивают и уходят. Я как, помог. Когда на линии кто-то есть, да? Да. Особенно лесник иногда приходит, пару миньончиков у тебя забирает, ты такой, пожалуйста, уйди, ну что ты здесь делаешь? Я лесник. Дай пофармить. Я лесник, я помогаю. Дай мне экспириенс. У меня пятый, у него шестой скоро будет. Нет. Ну, кстати, в этот момент, я думаю, лесники вообще не должны приходить на линию. Уж лучше он не придет, чем он придет. Это да. Эх, облачение духов, кстати, первым собирает Флай, и ботинки на Тинасте против Мальзахара он собирает. Вот это достаточно интересно. Ну, это, по сути, чисто из-за того, что Кура очень сильно может его бурстить и не выпускать из контроля, и ему эти предметы просто жизненно необходимы, если он хочет выживать после прокаста. Ну, кстати, смотри, то, что Рексай купила себе медальон железных Солари, и это будет спасать от ультимейта Владимира, Гангпланга и других АОЕ скиллов. Союзников тиков. Так, и да. Тигры тоже бывают в стае. Сейчас у нас все немного притихло. Команды не стараются что-либо делать. Осталась одна вышка только для команды Rockstar, которую не могут забрать сейчас. Это Т1 на мидлейне, потому что заходить на Т2 слишком рано. И они будут на ней фокусироваться. Да и забрать Т1 Владимир так просто не дает. Ну и появляется у нас в скором времени барон Ашор. А вот Пинец пошел за вражеским 7 бафом. Раз тот момент, когда еще и рамбл находится внизу, но вот Кити готовы драться, поэтому Роксам нужно немножечко отступить, подождать момент. Когда не знаешь, за что драться, подерись просто за синий баф. Но это в СНГ. В Корее это не работает. Не, ну почему? Там очень часто дерутся именно за бафы. Ой-ой-ой, слушай, Акура использует постороннюю хватку по флаю. Сколько же урона проходит от от Роксов? Я никак не могу отойти от Торнадо Рокс. Почему-то мне нравится это название. Торнадо, вихрь. И после этого ты говоришь, что ты не скрытый фанат Торнадо Рокс. Мы это знаем, правда. Ну да, мы вместе сидели на трансляции. Вообще очень классно отыграли, ребята, финал. Это было классно. Торнадо Рокс? Все. А. То есть, ну да, Торнадо Рокс многие ожидали куда больше, но, к сожалению, не получилось. Вот сейчас может получиться агрессия. Горилл подбрасывает Самдея. Флай использует Алломан. Горилл под фокусом вышки. Ну и все пока складывается ровно. Команды, скажем так, обменялись любезностями. Показали, кто есть кто. И разошлись. Сейчас не хватает цитатки Зака. Тратуйте. Он это очень классно говорит. Я думал, у другого Зака там, ты скажешь, сейчас лайтово там все было. Как сложно их стало. Вот если ты хочешь кому-то сказать про Зака, нужно уточнять. Ну, кстати, да. Вот если скажешь... Слишком много Заков. Скажешь старший Зак, можно подумать двойственно.
скажешь, Зак, аналитик? Они оба уже стали аналитиками. И в этом все больше и больше проблем. А вот говоришь Бульбазавр, и сразу ясно, кто это. Это покемон. Это стелок Empire. Ну, уже нет? Ну, анлаки. Типа летний сплит реально анлаки. Эх. Я за вас топил. За кого ты только не топил? В смысле? Ты называешь меня каким-то хитерком и агрессором. На самом деле, ты знаешь мои приоритеты по командам. Ой-ой-ой, горилла инициирует, подбрасывает Хачани. Сколько же урона проходит потусторонняя хватка. Скор принимает ее на себя. Сам Дэй наконец-таки появляется в драке. Но не слишком ли поздно, пущен обстрел. Пошел, минус два убийства уже у КТ. Сам Дэй также может еще отдать свою жизнь. Флай подбрасывает горилла, сразу находит мисс позиции Флай. И вот тот использует ультимейт, но сможет ли сдуэлить Кура. Кура отошел очень далеко, ну и Флай дожигает смеп. Зажигаем, ребят. А вот те самые Rocks Tigers, которых мы видели в первой игре, которые захватили инициативу и просто давят. Им дают играть агрессивно, они это делают, они это делают очень хорошо. И сразу же идут на оборону, они не медлят. Мне кажется, в первой игре было примерно так же. Там на минуте 20-й они тоже выиграли драку. Там 2-0 они разменялись. Не удалось остелить. Сам Дэй хочет еще пытаться закрыть, но бочки сбивают Prey. Вообще, хотелось бы сказать то, что если также продолжится логика, то есть тигры выиграют, потом KT, потом тигры, потом KT, потом тигры. Получается, гранд-финал выигрывают тигры. Я как-то не best of 5, походу. Это best of 5. До трех побед. Выигрывают тигры, выигрывают KT. Тигры? KT 1-1. Тигры. А, KT 2-2. Тигры выигрывают 3-2 в их пользу. Они победили. Не, я думал, просто у тебя после этих двух игр, которые были, и вот сейчас третий идет, у тебя еще там 5 игр. У тебя какой-то best of 10 там, или best of 8. Я готов был бы следить, особенно за СНГ регионом. Почему-то в последнее время мне очень стало приятно следить за нашими ребятами. Действительно, очень классно смотреть наши игры СНГ. Они не скучные, это самое главное. Они классные. Они не скучные. Они классные. Ну и главное, чтобы тебе не было скучно, потому что ты играешь в Empire. Многие взгрустнули. Вот главное, чтобы вы не грустили. Прям, знаешь, так на ранку давишь там. Какую ранку? Я наоборот пытаюсь тебя поддержать. Между прочим, в весеннем сплите я за вас топил очень сильно. Сидел на стадионе и топил. Не помогу. Возможно. Но одну карту вы забрали. Причем были близки даже ко второй. Вы действительно очень классно отыграли, и за это вам спасибо. Знаешь, это как Team Empire, это как в первом сезоне LCL. Это был подорожник для команд, для СНГ региона. Как вы пришли к подорожнику на 25 минуте третьей игры KT против Tigers. Вышка на мидлейне падает, вышка на топлейне падает, KT будут сейчас защищаться. Что вообще происходит? Невероятное преимущество у тигров почти 10 тысяч минус 2, 8. Нурок все переключается еще до 2 на нижний. Мне кажется, тебе тоже нужен подорожник. Не знаю, что из этого получится. Но Роксы сейчас могут зайти на хайграунд команды KT и будут забирать Т3. Ультимейт на то, чтобы отпушить, но это очень сложно. Под бароном Нашором Флай ловит потусторонняя хватка, неуязвимость тот. Качани делал визит, очки прилетели, неуязвимость наступила. Проторемень, ультимейт по пятерым, но вот KT не решились продолжить. А вот если они не решаются продолжать такие драки, то что же может пойти в последующем? Пианут получил кокон, сразу отступил станочка. Пушный обстрел. Прэй, поймали его, могут убить. Неужели он будет уничтожен? Эли забирает убийство, переключается на гориллу. Отличная позиция от KT. Сразу уравнитель от Рамбла, но и два убийства получает KT. Но смеп неужели будет дожигать троих? Что происходит? Трипл килл для Мальзахара. Вот это классно. Вот это круто. Вот это поворот. Мне кажется, спокойное лицо. Ну, это корейцы, знаешь. Ты сделал трипл килл. У тебя все классно. Вы выигрываете гранд-финал. Я жую жвачку, мне хорошо. Это корейцы. Я помню там, знаешь, момент, когда Фейкер переиграл Рию тогда на Зетах. Помнишь этот видео? Да. И в этот момент, знаешь, такой Рию сидит с лицом. Да ладно. И Фейкер с лицом говорит, ага. В принципе, оба лица были без эмоций, поэтому что-либо понять по ним было сложно. Может, это грим так держится? Ты знаешь, грим тебе не позволяет выражать какие-то эмоции. Не думаю. Ну ладно, Роксы начинает забирать горного дракона. Это будет для них уже... Второй дракон. Второй дракон в общей сложности. Первый был облачный.
Ну и снова нам показывают повтор этой драки. Ну, кстати, очень важно отметить то, что Роксы знают, когда они могут развернуться. И даже в ситуации 3 на 5 они решили пойти вперед. Они знали, что они могут убить всех. И респект им за это. Очень Fly и Score стояли там, знаешь, там маленьком проеме, где не было ульты Рамбла, но после этого Смеп такой, ноп. Нет ульты Рамбла, но есть я. Да. Включая огнемет и минус 3 для Майзахара. Это было невероятно классно. Ну, размен-то получился все равно в пользу команды Рокс. Ну, конечно. Они Самое главное, они забрали сторону. После этого они уже могут делать намного больше по карте. Они могут давить там по верхней линии. И рано или поздно крипы дойдут до Т4, начнут стучать команде Кейти в двери. И тогда им придется либо драться, либо они потеряют еще одну сторону, либо уже там Т4. Когда стучат двери, можно просто закрыться на базе, как это делает команда KT. И никому не открывать пытаться, по крайней мере. Но уже нижний ингибитор они потеряли, это для них действительно проблематично. А вот Prey принимает лишние тавер-хиты от вышки. Но я в отеле делаю по-другому, я просто вешаю вот, знаешь, такую... Табличка. Табличка Do Not Disturb. Не беспокоить, вот. Помогает? Да. Я после того, как у меня уборщица за один день 4 раза приходила, чтобы убраться, я ей все 4 раза говорю, может, сегодня не надо убираться? Она этого немного не понимала, походу. С табличкой поняла. Да, с табличкой поняла. Ну вот. Может, Кейти сейчас нужно придумать какую-нибудь табличку? Выстроить из вардов. Знаешь, как вот во втором сезоне делали, когда можно было покупать сайт варды за 75? Выставляли какие-нибудь картиночки? Ну, тут то же самое. Неприличные тоже были картиночки. Пожалуйста. Ой, Горилл подбрасывает качание, подкидывает его к Прею. Тот использует ультимейт, но под ультимейтом из Захара сложно выжить неуязвимость. Но низкому уровню здоровья. Что творят бочки гангплонка? Сколько урона от него проходит? Пушечный обстрел также уже был выдан. Скор бьет Гориллу, но находится под фокусом Пинота. Флай использует ультимейт по Горилле и Пиноту. Но посмотрим, чем же это закончится. Скоро все меньше и меньше здоровья. Пинот к нему подслышивается. Не умудряется его забрать. Но Мальзахар с пагубных видений приснился Элис и забрал ее в мир иной, как Фредди Крюгер. Бедный Прей, его какую драку подряд уже фокусят, он даже не может нормально раздамажиться в драке, его, на него просто весь хейт команды KT падает, и его убивает мгновенно, особенно там Самдей со своих бочек просто нереально много урона заносит. Т3 на средней линии падает, бочка пошла, сколько же Самдей вносит импакта в игру? Очередная бочка не заходит, хотя вот сейчас могло это для них очень... хорошо закончится. Вот ультимейт у Самдая также не было, что печально. Ну, все, в принципе, делают правильно. Кейти, они дефаются до последнего. Они, если бы они отдали еще одну сторону, то это, скорее всего, было бы ГГ. Поэтому, потому что команде Rocks Tigers не составило бы проблемы зайти там под Т4, либо уже на третью сторону, и тогда все было бы решено. А так они смогли задефиться, они смогли оттянуть время, и уже скоро отреспавнится их ингибитор, и они смогут уже что-то делать на карте. Вот обидно очень за Флай. Вот вроде он все делает правильно, но счет у него все время какой-то неположительный. 0-3-3 Владимир, unlucky. Хотя сколько он делает все-таки для своей команды? Вообще KT позиционируется интересно. Ну и Самдей со своими бочками очень много возвращает игр для своей команды сейчас, для KT. Кстати, стоит заметить еще то, что разница 10 тысяч золотых на 30-й минуте. У KT это преимущество было, если не ошибаюсь, на минуте это 36-37. Эпс. Ультимейт пошел. Пинут, нужно возвращаться в логово барона, чтобы забрать этот объект. Получается, Горилла принял на себя фокус, перетанковал, и достаточно все у него получается. Принимает на щит от магии бочку от Самдей, и Роксы будут отступать, вероятно, не будут драться против KT. Не хотят тратить просто так барона на Шора. Да, у них есть вейв, они сейчас пойдут по средней линии, будут пытаться забирать эту вышку, она уже довольно-таки... Воу, и, кстати, на нижней линии тоже идет очень большой пак крипов, и с ним можно уже что-то делать на базике идти. Ой-ой-ой, вышечка очередная упала, ингибитор открытый, команде идти нужно возвращаться в игру, нужно выигрывать файты, как минимум один сейчас им точно предстоит отыграть. Падает, видимо, второй ингибитор, и с бароном на шором команда Рокс может забрать еще и очередной, который уже также был открыт. У Скоро уже очень мало здоровья. Эроу, неужели? Сколько же урона он принял, нам, к сожалению, не показали, как такое получилось. Но урона достаточно. Ускоряет Горилла свою команду. Самдей принимает урончик. Но все равно урончика пока мало. От Прея, конечно, бумеранги летят. Ого-го как. Ну, Rocks Tigers решили не заканчивать, не пытаться играть слишком агрессивно. Они решили вернуться сейчас на базу.
закупиться. И после этого пойдут, скорее всего, на третью сторону. Они не будут идти по мид-линии, либо по ботлейну, потому что для них это будет слишком опасно. Они, если они проиграют драку, они затянут игру еще дольше. Поэтому верхняя линия лучший для них вариант. Плюс, если не ошибаюсь, в Корее их всегда учат играть, скажем так, академически очень правильно. То есть, пока ты там не откроешь все стороны, если команда дефится, и у тебя есть шанс проиграть, то лучше сначала открыть все стороны, и уже после этого только заканчивать игру. То есть, они никогда не рискуют тем, что взяли одну сторону и пытаются уже закончить там 5 на 5 дракой на вражеской базе. Но он сейчас минус 2 ингибитора у KT, и очень сложно в флайне. Неужели будет ловить прея, зная, где находится село команды Рокс, но не решились идти вперед. Ну, в флайне еще не так много урона, чтобы убивать прея. Один на один возможно, но когда там команда, то флай не проблема для прея. Флай отстает немного по итемизации, у него всего лишь два предмета, слишком большой жезл, не хватает релая очень сильно. Ну и Эроу с двумя предметами на 33-й минуте и с куском сабли трюмных вод может немного сделать спину. Хотя подбросить флая, это выглядело как инициация со стороны Рокс. Принимается на щит от магии. Бочка горилла слушает, вот играет, отбрасывает Хачани. Тот потусторонней хваткой. Кура отходит быстрый стимфайтер, чтобы флай его не раздамажил. Флай его преследует, но команда Рокс начинает закрывать KT. Скор преследует дальше Куру. Ножички разворачивают ситуацию в пользу команды Рокс. Подбрасывают скоро, его забирают. 13-6 становится счет. Сивер разбирается с Владимиром. Рексай ультует. Подходит ближе. Эро еще могут закрыть. Смеп дожигает. Сколько же урона он выдает. Пару гарпончиков бы еще не хватило. Ну, скорее всего, команда Rocks Tigers сейчас просто пойдет и закончит эту игру. Потому что трех сторон нету. Два человека у команды KT живы. Горилла подбрасывает сам Дэн, но сам Дэн все равно бочки скомбить, к сожалению, не может, образ замажить. Смеп полетел невероятно красиво, дожигает сам Дэн. Это классика для команды Rocks, чтобы убивать своих оппонентов на базе. Счет становится 2-1 в пользу Тигров в гранд-финале корейского LCK летнего сплита 2016 года. Настоящие тигры показали, кто здесь в доме хозяин. Сказали KT, к сожалению, вы, конечно, молодцы, гранд-финал прошли, но это наша сцена, это наш регион. Ты посмотри, как вот иконка Rocks Tigers красиво выглядит. Вот как ты часто увидишь это в гранд-финале, чтобы они побеждали и чтобы выглядела иконка. Это представляешь, какое чувство сейчас для игроков, как они рады. Что это не иконка SK Telecom T1? Да, потому что сколько можно? Ну да, все-таки раньше вся, скажем так, доминация была именно от SK Telecom, а сейчас можно уже, знаешь, так, там гуляем на все просто, потому что SK Telecom уже нету в этом гранд-финале, можно расслабиться, наконец-то кто-то другой станет чемпионом, и мы надеемся, что это станет команда Rocks Tigers, да? Ты надеешься? Я за KT. Не, я за Rocks Tigers. Они так хорошо провели регулярный сезон, они так хорошо отыграли в плей-оффах. И заметь, это именно они сделали так, чтобы финал был без СК Телеком. Это не Роксы сделали. Ну, возможно, но тем не менее, Rocks Tigers уже третий раз... Да, третий раз уже в гранд-финале, если не ошибаюсь. И я думаю, что наконец-то они смогут это сделать. И они смогут все-таки после того, как они заняли топ-1 в регулярном сезоне, они смогут все-таки его выиграть. Топ-1 в регулярном сезоне? Топ-1. Финал. Все было бы классно. Все очень просто. Я просто прекрасно знаю то, что у фан-базы есть у одной и у другой команды. И сейчас все в Корее, девочки, которые вот любят написать на табличках «Скор, пожалуйста, Someday, мы вас обожаем, тащите эти игры». Где они это пишут? Они невероятно рады. Ну знаешь, у них таблички такие есть, в планшетах они ставят. Вот. Ой, тебе, да. Видимо, по-другому пишут. Ну неважно. Дорогие друзья, счет 2-1 в пользу Rocks Tigers. Это невероятно грандиозное событие. Финал без СК Телеком. У нас будет новый чемпион. И узнаем, будет ли это Rocks Tigers со счетом 3-1 против KT. Или же KT возьмут игры в свои руки и выиграют гранд-финал. С вами Space, с вами Бульбазавр. Встретимся в следующей игре.